Актриса и телеведущая Ангелина Вовки требует справедливости. Она обвиняет сотрудников ГИБДД в некомпетентности. Ангелина Михайловна стала жертвой ДТП. Артистка и ее пассажир не пострадали, однако железного коня немного помяло. В своем микроблоге звезда обратилась к поклонникам за помощью. Телеведущая рассказала, что попала в аварию и посетовала на некомпетентных правоохранителей. Они назвали Вовки виновницей, с чем та категорически не согласна. Она готова доказать свою непричастность. «Меня возмущает ситуация, когда солгавший нарушитель признан невиновным», представитель ГИБДД сразу отстаивал права нарушителя. «Я изучила схему движения и поняла, что они оба врут», рассказала Вовке в Инстаграм. Телезвезда отметила, что у нее нет видеорегистратора, зато и свидетель во время происшествия рядом находилась приятельница. «Со мной в машине ехала моя коллега, но так как представители ГИБДД всегда приезжают очень нескоро, она должна была уехать до их приезда. Но свидетель у меня есть, здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены», «Прим, Ред», написала артистка. Публикация от Ангелина Вовки, собака Анжелина, нижние подчеркивание Вовки, семя Вега 2018, 8 часов 9 минут по часовому поясу. Педите поклонники посочувствовали Ангелине Михайловне и дали несколько советов: срочно купить видеорегистратор, подлые мужики всегда винят женщин в нарушении правил. Обезьяна с закрытыми глазами. Необходимо было в объяснениях указать, что с вами находился пассажир, а также ходатайствовать об истребовании видеофиксации с камер наблюдения, если таковые имеются на данном участке дороги. Если в настоящее время постановление вынесено, вы имеете право его обжаловать, может рядом торговый центр есть и у них камера, стоит очень горько, что такое происходит с вами.